И весь вот этот комплект аксессуаров здесь идет в комплекте. Скажу честно, что вот такие штуки сам покупал в китайских магазинах, стоят вообще копейки. И смысл покупать оригинальный, ну, для себя не вижу. Даже вот такая штука будет стоить, ну, рублей 150. Здесь идет в комплекте. Если у GoPro будет стоить, наверное, уже 1003 рублей. Смотрите, какой полный комплект идет в этой маленькой коробке. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леха Зверев. Сегодня с вами смотрим Advacam FD Sport. Это русский аналог GoPro, это экшн-камера самой широкой комплектации на рынке. Здесь в комплекте идет 22 аксессуара. Во-первых, это экшн-камера, на которой можно снимать фото, видео и серийную съемку. И это регистратор для мотоциклов, велосипедов. И также это регистратор для автомобилей. И здесь все эти аксессуары идут в комплекте. Стоит такая радость 7850 рублей. Давайте посмотрим, что это такое. Так, ну а теперь самое интересное, это комплект. С камерой чуть попозже еще познакомимся. Справа сейчас можете видеть все технические характеристики, которые не назвал. Вот здесь они будут представлены. Почитайте. Давайте сразу посмотрим на камеру. Комплектацию сейчас тоже посмотрим. Она такая, знаете, довольно-таки увесистая. Вот она, сама камера. Advacam FD Sport. Корпус у нас черного цвета. Это Softouch пластик. Вот он, кстати, его конкурент прямой. Значит, смотрите, вот так, если сравнить, то клавиши у нас две на месте. Есть объективы. На Advacam нету дисплейчика впереди. Сверху у нас находится клавиша при записи. А сзади, конечно, есть разница. В GoPro здесь вставляется аккумулятор, а в Advacam здесь идет дисплей. А дисплей, мы знаем, идет только сейчас на GoPro 4 Silver. На нижней части находится отсек для аккумулятора. В комплекте два аккумулятора. Один сел, можно второй вставить. Сбоку находится microUSB, mini-HDMI и карта памяти microSD. Еще сбоку находим две клавиши, здесь включается Wi-Fi и также происходит передвижение по меню. Есть, конечно, микрофоны два и есть динамик. И знаете, вот по внешности она немножко, совсем немножко побольше, чем GoPro, но в ней большой плюс, в ней есть дисплей уже встроенный. Для того, чтобы включить камеру, нажимаем на клавишу включения, она находится впереди, и сзади у нас загорается дисплей, загружается камера, она готова к работе довольно-таки быстро. Весит камера вместе с аккумулятором 56 грамм, дисплей у нас 1,5 дюйма, он находится сзади. Впереди находится фотосенсор 3 мегапикселя, называется Aptina R0-3030. Ну а в конце этого видео вы сможете посмотреть примеры фото и видео. Угол обзора здесь 156 градусов, ну и снимает видео Full HD. Камера полностью русифицирована, потому что это российский аналог. И давайте с вами пройдемся по меню, оно здесь довольно-таки простое. Нажимаем сбоку вниз и смотрим. Здесь у нас настройки Wi-Fi, настройки разрешения. Заходим, выбираем 720 либо 1080p. Чтобы выйти, нажимаем клавишу назад, она у нас находится впереди. Качество записи можно настроить для каждого режима. Здесь высокое, среднее, низкое. Ну, я поставил высокое. Посмотрим, как будет на высоком писать. Цикл записи можно настроить, потому что здесь у нас видеорегистратор. То есть каждые 5 минут может перезаписываться видео, можно вообще это выключить. Дальше таймлапс можно снимать. Зайдем, просто можно включить, выключить. Размер фото можно выбрать, максимально 3648 на 2736. Таймер, серия снимков, то есть сразу у нас может по 3 снимка снимать, и все. Резкость можно настроить, баланс белого, экспозиция, язык, ну у нас русский так есть. Можно штамп даты поставить на каждое фото, видео у нас будет отображаться, когда это все заснято. Автовыключение, можно настроить автовыключение экрана, но камера будет работать. Можно даже настроить частоту 50 Гц, ладно, не знаю, для чего это нужно здесь. Поворот экрана можно, то есть развернуть ее вверх ногами. И можно настроить звук, вот здесь включить звук кнопок, и у нас при нажатии будет издаваться звук. Здесь сейчас сделаем погромче. И давайте вообще это дело выключим. Это, в принципе, все. Очень простое меню. Давайте нажмем клавишу ОК. И у нас пошла запись. При этом мигает индикатор. Можем снимать. Так, ну а теперь посмотрим на коробку. Довольно-таки простецкая выглядит. Два в одном. Экшн-камера. 64 гигабайта можно карточку памяти ставить. Можно смотреть все это дело на смартфоне. Подключать по Wi-Fi, вести запись, фотографировать. Подводный бокс, Full HD, Advacam, Sport, летающий чувак. Так, снизу у нас 156 градусов, разрешение 30 метров, можно погружаться с этим кейсом. Экран, 12 аксессуаров,
вот по словам представителя компании, было написано, что 22 аксессуара. В презентации было написано, что 20 аксессуаров. Здесь написано 12 аксессуаров. А внутри коробки здесь лежит брошюрка, написано 19 аксессуаров. Сейчас будем с вами, ребят, разбираться, сколько же здесь на самом деле всяких аксессуаров идет в комплекте. Так, на задней стороне мы смотрим, что можно использовать для дайвинга, для зимних видов спорта. Это что такое? Для видеоблогинга, для велосипеда, для мотоциклиста и для автомобиля. Окей. Открываем. Главное. Виктор Травин рекомендует. А это президент коллегии правовой защиты. Ребят, это значит, что уже не хухры-мухры. Так, инструкция полностью на русском языке, написано, как что настроить, и довольно-таки крупным текстом. Камера будет упакована вот здесь, вот в такой подводный бокс. Он позаимствован прям четко от, наверное, GoPro. Вот эта вот система открывания еще на третьих была такая. И она довольно-таки хорошая, потому что здесь очень хорошо прижимается. Так, надо вот так сделать. Прижимается задняя крышка к корпусу, и вода туда не попадает. Попробуем поместить сюда камеру, закрыть. Можно нырять, снимать рыб, и при этом у нас есть дисплей уже сюда входит. Это удобно. Вот камера с дисплеем, это удобно. Сверху клавиши съемки, впереди клавиши включения, сбоку управление по меню. И здесь уже можно, соответственно, цеплять на разные аксессуары. Давайте попробуем включить ее в этом подводном кейсе. О, камера включается. И все, можно видеть, что там происходит у нас. Так, второй аксессуар — это зарядное устройство в автомобиль, для того, чтобы вести постоянную зарядку и, соответственно, чтобы она у нас постоянно снимала. Третий аксессуар, которого я, кстати, вот здесь вот не нашел, в том, что идет в комплекте, это какой-то ремешок, это штучки. Не знаю, это вот считается за отдельный аксессуар, но будем считать, что это один. Здесь вот всякие ремешки, не знаю, куда их применять, потому что здесь не нарисовано. Но окей, будем считать, что это 3. Кабель микро USB 4, 5, 6. Крепление для велосипеда 7. Крепление для видеоблогинга, для видеорегистратора 8. Присоска куда-нибудь, ну, на стекло автомашины 9. Всякие еще штучки. Аккумулятор, чтобы приклеить камеру куда-нибудь на шлем. Переходнички. Еще один переходничок, короче, я уже запутался. Здесь, правда, не сосчитать. Можно посчитать, конечно, это все по отдельности, что вот это вот, это у нас 1, 2, 3, 4, 5. И здесь вообще в итоге будет, наверное, штучек 30. И есть сменные панельки, смотрите. Можно перед камерой менять. Да, черный на белый и на желтый. Ясно одно, что с этой комплектацией вы не заскучаете, и у вас уже сразу будет здесь вообще все, что угодно идти. Не надо будет ничего докупать. Вот так вот снимается передняя накладочка. Здесь вот клавиша с микросхемой выведена. Можно поменять, к примеру, на белую. Вот так вот будет. Либо на желтую. Вот так вот будет. Кстати, прикольно смотрится. Чтобы включить Wi-Fi, нам нужно нажать боковую клавишу, нажать «Подержать». После этого зайти в наш телефон. Вот здесь включается Wi-Fi. И найти нашу сеть. Пароль там по умолчанию будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше заходим в приложение iSmart DV. Сейчас у нас подключение происходит. И все, смотрите, я могу снимать. Хоп, сейчас себя покажу. Привет! Сейчас вас покажу. Вот так вот. Кстати, вот задержка намного меньше, чем у GoPro вот, в приложении. И можно все рассмотреть. И ввести сразу здесь запись, фотографировать. Как бы очень прикольно сделано. У-ху! Ну что, протестируем видеозапись. Сейчас я веду ее на вытянутой руке, и это применение для видеоблогинга. Значит, вот здесь я снимаю обзор, и я могу сразу видеть, что я снимаю. Углы обзора прикольные. Так, давайте попробуем что-нибудь прочитать. Ну, я даже на дисплее могу вот даже мелкий текст, да, прочитать. Комплект, конечно, потрясающий. Не надо ничего будет дополнительно заказывать. Продолжаем тестировать камеру. Вот сейчас 1080p. Смотрите, как выглядит изображение, если использовать для видеоблогинга. Ну, либо как экшн-камеру. Хотя я не прыгаю. А вот такая тема будет, если мы используем его как видеорегистратор. Можно повесить и записывать, что у нас происходит снаружи. Сейчас
на улицу. Выезжаем, посмотрим, как будет при солнечной погоде. Ну и сразу изображение видно. Ой, прям солнышко светит. Так, ну ладно, все, заканчиваем тест камеры. Вроде так прикольно, удобно с собой брать, как GoPro. Но стоит всего лишь до 8000 рублей. Ладно, все, давайте, пока что. Всем спасибо, что досмотрели обзор до конца. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу такой камеры и какими вообще пользуетесь вы, потому что цена привлекательна, комплект самый полный, и да, все это работает. Ну что, с вами был Илюха Зверев. Всем пока. До новых встреч.